Тема нашей сегодняшней работы – неравенство о среднематематическом и среднедиаметрическом. Даже среднее, я бы сказал так. Дело в том, что бывает еще среднегармоническое, так что на самом деле средних бывает довольно много. Начну с такой задачи. Представьте себе, что у нас имеется трапеция и несколько отверстий. Так, основание А, основание В, это длинное, и несколько отрезков. Смотрите, например, отрезок, который проходит через точку пересечения диагонали и параллельно основанию. Давайте обозначим вот этот отрезочек x и вот этот отрезочек обозначим y. Другой отрезок, так называемая средняя линия трапеции. Это известная вещь. Нужно просто соединить середины основания. Значит, здесь отрезок А, здесь отрезок B. Между прочим, среднюю линию очень легко найти. Если вы проведете диагональ трапеции, то вот этот вот отрезок – это средняя линия в треугольнике, и поэтому он равен половине. А вот этот отрезок – это средняя линия в другом треугольнике, и поэтому он тоже равен половине. Таким образом, средняя линия трапеции – это средняя арифметическая длин основания. То есть про x и y я еще пока ничего не знаю, а про среднюю линию трапеции уже знаю. Так, еще есть замечательный отрезок, который делит пополам площадь трапеции. Вот представьте себе, что эти площади равны. Ну и, соответственно, равны половине площади всей трапеции. Интересно бы выяснить, какова длина такого отрезка z, если основание а и b мы знаем. И давайте еще один рассмотрим отрезок, вот какой, который делит трапецию на две подобные друг дружке части. Что это значит? Это значит, я должен так провести отрезок, что по форме вот эта фигура должна в точности совпадать с этой. Это заранее даже не очень понятно, собственно, всегда ли так можно провести. Но вот так оказывается, на самом деле всегда. И давайте обозначим это отрезок длиной линии. Это будет А, и это по-прежнему будет В. Оказывается, что найти длину отрезка W тоже очень легко. Для этого смотрите, что мы делаем. Мы говорим, что если у нас вот эта фигура такая же по форме, как нижняя, то во сколько раз большое основание верхней трапеции больше, чем маленькое, во сколько же раз у нижней большое основание, чем маленькое основание нижней трапеции. Значит, дубль В разделить на А – это то же самое, что В разделить на дубль В. Значит, умножаем все на А и на дубль В, получаем дубль В квадрат – это АВ. Значит, W – это квадратный корень из AB. Сколько здесь дает равных возрастов? Значит, квадратным корнем называется такое неотрицательное число, которое в квадрате равняется AB. На самом деле, вот это равенство и это более-менее одно и то же. Во всяком случае, когда отрезки, то это сколько-то тоже квадратное число. Теперь давайте двинемся, скажем, выясним, чему же равны x и y. Как через, вот здесь произведение картикуляр,
что вот такой треугольник со стороны x подобен большому вот такому треугольнику со стороны a. Поэтому x разделить на a это то же самое, что a большое деленное на a большое плюс h маленькое. Просто из подобия треугольника, потому что здесь высота a большое, а в этом треугольнике высота это сумма h большое и h маленькое. На такой вот треугольник посмотрим и на такой. Значит, смотрите, здесь есть сторона y, а у большого сторона b. Высота здесь h, а здесь сумма. Значит, y разделить на b, это есть h маленькое разделить на h большое плюс h маленькое. Так, я написал два равенства, но на самом деле мне нужны еще два. Значит, господа, смотрите. Мне еще надо знать, как относится отрезок x к отрезку b. Из подобия этого треугольника и этого получается, что x разделить на b это h маленькое разделить на h большое плюс h маленькое. Так, теперь, наконец, смотрим. Получим, что x маленькое. Что такое y разделить на a? Y разделить на a. Это из подобия вот таких вот двух треугольников. H большое. Совершенно верно. Сумма. Это h большое делить на h большое плюс h маленькое. И hx. Во-первых, заметьте, что уравнение на x и на y абсолютно знаково. Поэтому на самом деле получится, что x равно y. Ну и на самом деле можно все это найти, чем же они равны. А именно. X разделить на A плюс X разделить на B это сумма двух уравнений. H делить на H плюс H, H большое, и H маленькое делить на ту же самую сумму. Проще говоря, единица. Для Y будет то же самое, поэтому я не буду писать для Y. А получается так. X умножить на одну A плюс одну B это единица. Умножаем обе части на AB, получается x умножить на a плюс b, ну, строго говоря, на b плюс a, x, хотя это то же самое, x на b плюс a это есть ab, и я получил замечательный ответ. X и y это ab деленное на a плюс b. Так я напомню, что средняя линия это a плюс b пополам. Между прочим, вот этот результат можно было и по-другому доказать равенство x и y. Но в любом случае это очень важная для геометрии штука. Так называемое замечательное свойство трапеции. Смотрите, как по-другому иногда рассказывают. Если продолжить боковые стороны до пересечения, то прямая, которая проходит через точку пересечения диагонали трапеции, делит пополам и верхнее, и нижнее основание. Дело в том, что если мы сумели понять, что x равно y, то значит и эти отрезки тоже будут равны. Получается, что это просто медиана вот этого вот большого треугольника. Хорошо. Последняя нерешенная задача найти длину отрезка, который делит пополам площадь трапеции. Но, к сожалению, я не умею это рассказывать как-то красиво, поэтому давайте так, я как-нибудь сейчас решу эту задачу, потому что, к сожалению, никакого красивого решения я не знаю у нее. Значит, смотрите, предложение простое. Обозначить вот этот отрезочек h маленькое, вот этот отрезок обозначить h большое. Дальше написать, чему равняется площадь одной части, чему равняется, мы давайте пишем. Значит, площадь трапеции известна, как считаем. Надо провести диагональ
тогда у нас здесь будет треугольник с высотой h и основанием a, значит, это будет h пополам, здесь будет треугольник с основанием z, высотой a будет z, h пополам, значит, результат такой, h умножить на a плюс z пополам. И у нижней трапеции то же самое. Значит, h большое умножить на этот раз b плюс z пополам. Видно, что этого одного уравнения недостаточно, потому что еще нужно какое-то соотношение на длине отрезков h маленькое и h большое. Ну, не знаю, как это можно получить. Но один из способов такой, все-таки взять и написать так, что h умножить на a плюс z пополам, это есть половина площади всей трапеции. А что такое площадь всей трапеции? Это сумма вот этих вот высот, умноженная на а плюс b пополам. Значит, ну, согласитесь, ребят, что система получилась не очень симпатичная, прямо скажем, но чем богато, тем и рад. Давайте я отсюда попытаюсь найти z. Что? Можно вопрос? Да. А вы же сказали, что это половина площади трапеции. Да, половина, я забыл на 2 поделить. Разумеется, надо еще поделить на 2. Да. Надо взять всю площадь трапеции и ее разделить на 2. Спасибо. Иначе у нас сейчас ничего не получилось. Так вот, предложение простое. Давайте вот это равенство, обе части разделим на h маленькое. Тогда получится так. А плюс z пополам. Это h большое разделить на h маленькое умножить на b плюс z пополам. Проще говоря, h большое разделить на h маленькое, это есть a плюс z разделить на b плюс z. Отлично. Теперь вот в этом равенстве делим на h маленькое и заменяем. Ну и на 4 давайте все умножим сразу. Получится так. 2 умножить на a плюс z равняется 1 плюс, здесь у меня будет так, a плюс z деленное на b плюс z, так, умножить на a плюс z. Так, это уже уравнение, в которое входит только буква z. Ребят, все, на ней все помнят, что здесь получился квадратный корень из b, поэтому я это сотру. Умножу обе части на b плюс z. 2 a плюс z на b плюс z равняется b плюс z плюс a плюс z, которое умножили на a плюс b. Ну, можно, конечно, плакать, но вообще важно понимать, что это вполне понятное уравнение, где достаточно раскрыть скобки, и все получится. Пишу. 2аб плюс 2аз плюс 2bz плюс 2z квадрат равняется. Так, АВ плюс В квадрат, АВ плюс В квадрат, плюс АЗ, извините, 2АЗ, можно? Потому что АЗ плюс З, да? Плюс 2АЗ плюс 2БЗ, плюс А квадрат и плюс АВ. Отлично. 2АЗ и 2БЗ уничтожаются сразу легко. И у меня, смотрите еще, АВ уничтожается. И 2b тоже. У меня получается, что замечательное соотношение. 2z квадрат это a квадрат плюс b квадрат. То есть отрезок, который делит площадь пополам, длина его вычисляется по очень простой формуле. Корень квадратный из среднего арифметического квадрата. Таким образом. Одна трапеция дает сразу несколько примеров средних величин. Давайте
я все стираю, пишу только числа, которые у меня, выражения, которые у меня получились, и мы после этого давайте будем их сравнивать. Средняя линия – это А плюс В квадрат. Средняя арифметическая. Отрезок, который проходит через точку пересечения диагонали и параллельно основанию. Это 2В разделить на А плюс В. Кстати, на взгляд, на глаз, что больше? Средняя арифметическая или это отрезок? Вот давайте вспомним трапецию и посмотрим, какой отрезок. Вот этот или вот этот? Но средняя линия явно больше, правда? Средняя линия явно больше. Поэтому, наверное, я сразу 2В разделить на А плюс В могу написать вот сюда. 2АВ разделить на А плюс В меньше или равно. И равенство, конечно, только в случае, когда трапеция является параллелограммом. Так, еще у меня были. Средняя геометрическая. Корень из АВ. Корень из АВ. Ну вот так, на первый взгляд, наверное, и не вот. И еще то, что делит площадь пополам. На глаз, если это под средней линией, меньше или равно, чем корень из А квадрат плюс В квадрат пополам. Так вот, ребят, давайте я сейчас сделаю простую работу. Я объясню, почему. А почему вы знаете, с этим числом больше или меньше? Давайте сравним. Корень из АВ сравним с двумя АВ, деленными на А плюс В. Как это делать? Да очень просто. Сократить обе части на корень из АВ. Здесь будет единица. А там два корня из АВ. Здесь два корня из АВ, деленное на А плюс В. Дальше нам сравнить с корнем из АВ. Мы уже знаем, что А плюс В больше или равно. Значит, здесь тоже больше или равно. Значит, здесь тоже больше или равно. Так, очень интересно. А корень из АВ как сравнить с числом А плюс В пополам? Это надо на двойку умножить. Здесь будет два корня из АВ. Здесь будет А плюс В. Давайте в квадрат возведем. Здесь будет 4 АВ. А здесь будет А квадрат плюс 2 АВ плюс В квадрат. То есть надо 0 сравнить с А квадрат минус 2АВ плюс В квадрат, а это есть А минус В в квадрате. Значит, господа, понятно, что это меньше или равно. Меньше или равно, меньше или равно. Значит, в той цепочке неравенств я был не прав, что написал вот это число так низко. На самом деле получается, что здесь еще должен быть корень из АВ, а вот здесь вот 2 АВ, деленное на АВ. А вот да. Последний корень из А квадрат плюс В, по-моему, больше не брали на плюс В, по-моему, да? Это интересный вопрос. Вообще геометрически мы это объяснили. Вы хотите, чтобы я эту формулу доказал, да? Давайте. В квадрат возведем обе части. Тогда будет так. А квадрат плюс 2b плюс b квадрат делить на 4 меньше или равно, чем а квадрат плюс b квадрат пополам. На 4 умножим обе
части получается а квадрат плюс 2b плюс b квадрат меньше или равно 2a квадрат плюс 2b квадрат. Другими словами, если все перенести направо, другими словами, а квадрат минус 2ab плюс b квадрат. Вот, а это действительно а минус b квадрат. Уговорил? Нет, да, все. Неравенства у нас написаны. И сейчас давайте соображать, что как называется. Я сейчас уже говорил. Это называется среднее геометрическое. И на языке трапеции это отрезок, который делит ее на две подобные между собой трапеции. Это называется среднее арифметическое. Это называется среднее квадратичное. И, наконец, вот это среднее гармоническое. Наверное, на первый взгляд не очень понятно, откуда слово среднее гармоническое. А вот смотрите, давайте числитель и знаменатель разделим на b. Смотрите, что тогда получится. Двойка, деленная на одну b, плюс одну a. Как это по-другому можно понять? Это единица, деленная на среднее арифметическое чисел 1a и 1b. То есть идея такая. Нам дали два положительных числа a и b. Мы переходим к их обратным значениям. То есть берем, рассматриваем числа 1a и 1b. Берем среднее арифметическое и назад возвращаемся, берем обратную величину. Единицу делим на это самое среднее арифметическое. Вот для двух чисел я, заметьте, аж 4 средних между собой все сравнены. Ну, разумеется, точно так же можно было, скажем, здесь написать кубы и извлечь кубический корень. Там тоже было бы какое-то неравенство, а здесь делить по-прежнему на двойку. Можно было бы еще придумывать много разных других средних, но сейчас на самом деле разговор идет не об этом. Потому что цель моего сегодняшнего занятия состоит в том, чтобы рассказать об общении вот этих вот неравенств, которые мы с вами доказали для двух чисел, на случай, когда чисел много. То есть надо рассмотреть среднее арифметическое нескольких чисел. Это сумма данных n чисел, деленная на их количество. Надо рассмотреть среднее геометрическое, это корень n степени из произведения наших n чисел. Значит, итак, это геометрическое, это арифметическое. Вот. Это единица, деленная на одну а первую, одну а вторую, так далее, аж на n, которая разделена на n. Значит, вот это называется среднее гармоническое. Так, на самом деле среднее еще есть квадратичное. Что это такое? Это корень квадратный из среднего арифметического квадрата. Из среднего арифметического квадрата. Вот. И еще много-много-много всяких других средних,
Но нам бы сегодня хотя бы разобраться, как между собой связаны вот эти числа. Значит, перед тем, как мы займемся общим случаем, разрешите, пожалуйста, нарисовать одну картинку, которая объяснит, как некоторые вещи для случая двух чисел можно делать вообще без всякой алгебры. Значит, смотрите, ребята, если мы берем прямоугольник со сторонами А и Л, сумма кругов. Сразу скажу, неравенство, которое сейчас у меня на доске, к сожалению, так все здорово, только для трех чисел. То есть я не умею вот этим способом доказывать неравенство среднем арифметическом и среднем геометрическом в общем случае. Но, тем не менее, для трех чисел доказательство несложное, и давайте его разберем. Значит, пишу так. X куб плюс Y куб плюс Z куб минус 3XYZ, надо доказать, что это не меньше нуля. Так вот, я умею разлагать вот этот многочлен на два множителя. Первый множитель – это x плюс y плюс z. А вот интересно, второй мне кто-нибудь подскажет, или я сам должен сказать? Многочлен третьей степени разложить в произведение многочлена первой степени, а такой будет что? Второй. С чего он будет начинаться? Конечно, с квадрата. А значит, по симметрии там будет и y квадрат, и z квадрат. Так, а теперь догадайтесь, что там еще будет? Минус там будет, конечно, чтобы здесь мог быть минус. Минус xy, минус yz и минус z. Вот так далее. Разумеется, вы скажете, что я должен это доказать. Да, пожалуйста. Вот здесь вот давайте отойдем в стороночку и просто, да, теперь можно. Смотрите, если на x умножать, что будет? X в кубе плюс xy квадрат плюс xz квадрат, правильно? Минус x квадрат y минус xyz и еще минус. Х квадрат z. Очень хорошо. Теперь на y пойду умножать. Значит, это у меня будет yx квадрат плюс y куб плюс yz квадрат минус xyz минус y квадрат z минус что там еще? Х квадрат. Что? Плюс x. Ой, это здесь был y квадрат. Вот. Я же на y нажал. А здесь как раз x не станет, а y появится. Вот, на y так умножается. А то z стереть. Что? А то z стереть. Так, да, теперь дальше. На z умножаем. Zx квадрат. Ой, zy квадрат. Z куб x y z квадрат. Так, что там еще? Y z квадрат. Y z квадрат. И минус x y z квадрат. Минус x z квадрат. Ну, давайте проверять. Значит, x куб вижу. Извините, y куб. Сейчас. Y куб вижу, z куб тоже вижу. Дальше. Сейчас, или я здесь ошибся? Нет, вы знаете, по-моему, вот нет, я здесь точно ошибся. Нет, здесь квадрат, весь квадрат. Я и здесь ошибся. Да, здесь z не надо. Здесь z не надо? А там квадрат не надо. А здесь квадрат не надо. Спасибо. Все теперь правильно? Да. Так, теперь подчеркиваю x, y, z. Подчеркнул раз, подчеркнул два, подчеркнул три. Просто мне не было видно это выражение, я по памяти писал, поэтому. Так, а теперь поехали смотреть. X, Y квадрат и X, Y квадрат.
эти штуки у меня уничтожились. Xz квадрат с плюсом, xz квадрат с минусом, они у меня тоже уничтожились. X квадрат y, x квадрат y. Так. X квадрат z. И там еще. И здесь x квадрат z. Так, наконец, yz квадрат, yz квадрат, и y квадрат z, y... Все, победа. Действительно, равенство верно. Можно было, разумеется, не обязательно так сложно действовать. Можно было, например, умножать, что называется, размышляя о том, где там что... Значит, дело в том, что это выражение симметрично. Поэтому... Ничего такого особенно страшного там не может возникнуть. Можно было посмотреть, где у нас x-куб, и увидеть, что оно возникает в единственном месте. Ну и так далее. Про каждую степень можно было просто посмотреть, где она возникает. Так что я, конечно, здесь перетрудился, но, с другой стороны, я хотел объяснить, что вообще ничего в этом сложного нет, и даже не обязательно про какие симметрические функции это не будет понимать. Вот. Значит, смысл такой. Мне сейчас для доказательства теоремы о среднем арифметическом и среднем геометрическом нужно доказать, что для любых трех чисел сумма их квадратов не меньше, чем сумма их попарных произведений. Мне нужно вот такое вот неравенство. Ответ ученику. Я могу написать три неравенства. Смотрите. Х квадрат плюс у квадрат больше или равно, чем 2х. Y квадрат плюс z квадрат больше или равно, чем 2. Y квадрат и z квадрат больше, чем 2yz. И, наконец, x квадрат плюс z квадрат больше или равно, чем 2yz. Вот вам система из трех неравенств. Сложите, поделите на 2, получится в точности то, что нам нужно. Согласны? Значит, для трех чисел мы с вами смогли придумать вот такой вот... Ну, единственный недостаток этого неравенства, этого способа, в том, что не обобщается на другие ситуации, поэтому это такой, скорее, алгебраический курьез, чем то, что можно, так сказать, делать в общем случае. Хорошо. Теперь давайте посмотрим для четырех чисел. А, Б, С и Д. Вот это вот у нас с вами среднеарифметическое. Корень четвертой степени из А, Б, С, Д это среднегеометрическое. Мы должны доказать такое неравенство. Заметьте, неравенство для двух чисел. Корень квадратный из АВ меньше или равен сумме А плюс Б пополам. Мы уже знаем. Есть замечательный простой прием. Можно вот это неравенство записать несколько раз. Рассказываю. Вместо того, чтобы делить на 4, давайте разделим на 2, а перед этим рассмотрим среднее арифметическое. Пожалуйста, спешите вот так. А плюс b пополам. Это среднее арифметическое чисел а и b. С плюс d пополам. Среднее арифметическое чисел c и d. Очевидно, что таким образом мы получаем
среднеарифметическое всех четырех чисел. А теперь смотрите. А плюс b пополам у меня ведь больше или равно, чем корень из b. c плюс d пополам больше или равен, чем корень из cd. А это, в свою очередь, больше или равно квадратного корня из произведения квадратных корней. Но есть такое правило. Квадратный корень из квадратного корня – это корень четвертой степени. Поэтому здесь получается корень четвертой степени из произведения А, Б, С, Д. Пишите. Применяем два раза. Значит, сначала арифметическое расписываем вот так по этапам. Потом к каждому из них применяем уже известное нам неравенство средним арифметическим и средним геометрическим. А потом к полученным числам применяем то же самое неравенство. Ну и записано это все. Получили то самое желаемое корень четвертой степени из А, Б, С, Д. Между прочим, в отличие от того, что было отстройка, этот прием уже абсолютно мощный. Потому что ровно таким же образом можно разобраться с 8 числами, с 16 числами и так далее, и так далее, и так далее. Давайте я напишу для 8 чисел, а дальше, надеюсь, и без меня сработает. Представьте себе, у нас есть числа А, Б, С, Д, X, Y, Z, T. Это все неотрицательные числа. Как я могу расписать это? Как А плюс Б пополам плюс С плюс Д пополам, все это деленное пополам, и к этому еще прибавляется X плюс Y пополам плюс Z плюс Т пополам, деленное пополам, и все это еще разделить на 2. И ничего страшного. Смотрите, как дальше все легко сворачивается. Это больше или равно, чем корень из А, это больше или равно, чем корень из Д. Значит, это больше или равно, чем корень квадратный из квадратного корня из А, умноженного на квадратный корень из Д. Что? В общем, четвертая степень. Здесь четвертая степень. А когда четвертая умножится на четвертую, из этого корень извлечется, то как раз и получится корень восьмой степени. Таким образом, я сумел доказать неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом для всех случаев, когда количество чисел – это степень двойки. Давайте запишем это себе и, что называется, порадуемся. N – степень двойки. Для таких чисел неравенство доказывается очень легко, просто при помощи вот такого вот замечательного приема. А вот теперь, я должен сразу сказать, что путь, по которому я вас сейчас веду, безусловно, не является самым умным. Я сегодня расскажу несколько доказательств неравенства средним, и вы увидите, что там есть доказательства и более простые. Но смысл ведь не в том, чтобы знать это самое короткое доказательство. Понимаете, мы же не пытаемся соревноваться, так сказать, а я доказал теорему за 2 минуты, а я доказал теорему за 1,5 минуты, понимаете, да? У нас смысл понять механизм. Поэтому давайте так, я уж если начал говорить об этом способе, то его сейчас дорассказываю до конца, понимая при этом, что на самом деле есть способы и гораздо более понятные и короткие. Так, значит, что я сейчас должен вам рассказать? А вот что... Да. А если со степенями двойки получается, то как со степенями тройки? Нет. И вы зря думаете, что... Конечно. Это, я понимаю, что вас навел на мысль вот этой штуки, да?
действительно, для девяти чисел можно написать как деленное на 3 плюс деленное на 3 плюс деленное на 3, то есть все это разделить на 3, так по степеням тройки доказать, а потом получится, что для всех чисел, являющихся произведением степени двойки и степени тройки, мы доказали. Нет, так я вас, знаете, хоть я в Костроме часто бывал, там, где памятник Ивану Сусанину стоит и так далее, но нет, я такими сусанинскими тропами вас не поведу сейчас. Как, зная неравенство для любой степени двойки, получить его для любого натурального числа? Проект понятен? Понятен. Смотрите. Ну, какое неравенство сейчас, например, я могу вам рассказать? А давайте такое. Вот пусть я уже доказал неравенство для восьми чисел. А, Б, С, Д, Х, Y, Z, T делить на 8 больше или равно, чем корень восьмой степени из А, Б, С, Д, Х, Y, Z, T. А мне, ну, как он доказал? Я считаю, что доказал. Я сейчас расскажу, как, исходя из этого неравенства, доказать неравенство, ну, например, для пятерки. Причем способ будет, очевидно, совершенно общий. И так, ровно таким же образом, из любой степени двойки, можно спуститься до любого меньшего ее натурального числа. Проект такой. Если я хочу получить неравенство для пяти чисел, то я возьму, отсчитаю первое, второе, третье, четвертое, пятое, а вот вместо этих чисел, дальше по вкусу, хотите, напишу везде среднее геометрическое число А, Б, С, Д, Х. Хотите, давайте я даже покажу и тот, и тот способ. Значит, первый способ. Первый способ. Подставляю Y, Z, T как A плюс B плюс C плюс D плюс X деленное на 5. Подставляю вместо чисел Y, Z, T среднее арифметическое моих пяти чисел. Сразу намечу второй способ. Подставляю Y, Z и T среднее геометрическое чисел А, Б, С, Д и Х. Так, ну давайте сначала. Сначала первый способ. Значит, смотрите, что у меня будет. А, ой, ребята, вот что. Разрешите мне, пожалуйста, это обозначение S, потому что достаточно большая идея, замечательная, но все равно. Пишем. А, Б, С, Д, Х плюс 3S, деленное на 8. Больше или равно, чем корень восьмой степени, из А, Б, С, Д, Х умножить на S в кубе. Отлично. Понятно, что сумма чисел А, Б, С, Д, Х это 5S. Поэтому на самом деле здесь стоит 5S плюс 3S. Проще говоря, S. Я могу, соответственно, возвести обе части неравенства в восьмую степень. Получится S в восьмой больше или равно, чем A, B, C, D, X умножить на S в кубе. И сокращу обе части на S в кубе. Получится здесь S в пятой, а здесь A, B, C, D, X. Осталось извлечь корень пятой степени. И, собственно говоря, все. S, то есть как раз среднее арифметическое, больше или равно, чем корень пятой степени из А, Б, С, Д, Х. Ребята, пожалуйста, проверьте
Здесь это просто алгебра, поэтому каждый сумму для себя. Проверьте, что если бы так было не для там, не только 8 или 5, что так всегда. Механизм абсолютно понятный. У нас всегда, когда отделение несколько чисел, то мы же рассмотрели среднее арифметическое, поэтому ровно так и будет. В левой части именно и будет у нас среднее арифметическое. Так, все, первый способ получился. Первый способ я вам рассказал. Теперь давайте второй способ. Если честно, не сильно отличается от первого. Давайте буквой P обозначим среднее геометрическое. И что у меня тогда будет? А плюс B плюс C плюс D плюс X плюс 3P, деленное на 8, больше или равно, чем корень в восьмой степени из A, B, C, D, X умножить на P в кубе. Так. Ужасно интересно. А я получу то же самое. А, вот что то же самое. У нас вот это произведение, это P в пятой степени. Это произведение P в пятой степени. Поэтому правую часть мы можем реализовать. Это будет корень восьмой степени из P в пятой умножить на P в кубе. То есть корень восьмой степени из p восьмой, то есть p. Так, ну я вынужден здесь немножко стереть сейчас. И смотрите, что у меня получается. A плюс b плюс c плюс d плюс x плюс 3p, это я на 8 умножаю обе части, больше или равно, чем 8p. 3p вычитаю из обеих частей, получаю А плюс Б плюс С плюс Д плюс Х больше или равно, чем 5Б. Все. Осталось разделить на 5. И я доказал неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом для 5 чисел. Заметьте, я доказал даже двумя способами. В одном случае подставлял среднее арифметическое, интересующее нас 5 чисел. В другом случае подставлял среднее геометрическое, интересующих нас 5 чисел. Хорошо. Хорошо. Ну, возникает все-таки некоторое, вот от этого доказательства возникает некоторое ощущение такого вот, как бы сказать, алгебраического, некоторого алгебраического фокуса. То есть, а вдруг у нас не сошлось? А почему у нас все так замечательно получилось? Хочется довести себя до такого состояния, когда мы бы сказали, что неравенство о среднем, оно абсолютно очевидно. Между тем, ну не знаю, как вам кажется, но мне не кажется, что то, что мы сейчас с вами проделали, вызывает ощущение этой самой очевидности. Так вот, есть еще несколько доказательств, которые значительно проясняют ситуацию. Давайте я начну не с самого короткого из них, но зато с моей точки зрения самого понятного. И, между прочим, огромное количество задач на максимум и минимум может быть решено именно при помощи приема, о котором я вам сейчас расскажу. Ребята, давайте подумаем, как можно переформулировать задачу, переформулировать, например, вот это вот неравенство. Значит, смотрите. Обозначим среднее арифметическое буквой S. Что у меня? И зафиксируем его. То есть давайте даже эту фразу запишем. Зафиксируем среднее арифметическое.
и разрешим числам A, B, C, D, X, Y, Z и T меняться так, чтобы величина S при этом не менялась. Так вот, собственно, что мы хотим? Мы хотим при этом рассматривать произведение A, B, C, D, X, Y, Z не больше, чем S в восьмой. Ведь так записывается неравенство основания. Не больше, чем S в восьмой. И в общем случае тоже. Если для N чисел вы зафиксировали их среднее арифметическое, то произведение не больше, чем S в степени N. Значит, мы должны доказать, что максимальное произведение достигается, когда все числа равны S. Понимаете, что я сейчас говорю? Значит, у нас имеются разные наборы, разные восьмерки чисел, у которых-то сумма это 8s, да? Ну, то есть среднее арифметическое это s. Оказывается, что максимальное произведение там, когда все числа одинаковые. Так вот, ребята, я сейчас расскажу вам, как можно доказать неравенство среднего при помощи некоторых движений. Движения у меня все будут абсолютно однотипные, и состоять они будут следующие. Когда у меня есть 8 чисел, то как на самом деле они расположены на вещественной оси? Вот есть у нас среднее арифметическое число S, а числа как-то расположены там слева, справа, от него. Согласны? Кстати, все понимают, что не могут все числа располагаться правее своего среднего арифметического. Не может такого быть, правда? И не могут все быть левее. Обязательно, какое-то из чисел левее, какое-то правее. Так вот, я сейчас сделаю удивительно простую вещь. Я возьму самое левое из наших чисел и самое правое. У меня даже 8 штук тут не отметил, но надеюсь, что вы меня простите, да? Вот. Беру те самые 8 чисел, у которых сумма это 8s. И самое левое и самое правое будут двигать друг к другу. Так вот, оказывается, произведение при этом увеличится. И что я дальше сделаю? Я их подвину до ситуации, когда либо оба одновременно станут равны S, либо одно из них станет равно S. И то, которое станет равно S, успокоится, все, больше оно двигаться никогда не будет. В полученном наборе я возьму опять самое левое, самое правое, и буду их сдвигать. Рано или поздно одно из них или оба одновременно станут равны S. Потом опять буду сдвигать. И у меня при этом все время произведение будет увеличиваться. Поняли, о чем я говорю? Так если оно увеличивалось, и в конце концов все числа стали равны S, значит, оно стало равно S в восьмой степени. Согласны? Значит, раньше оно было меньше. Значит, ребята, еще раз, я пока еще ничего не доказал. Но я рассказал вам очень понятный проект доказательства. Поскольку он сейчас очень быстро будет реализован, то писать почти ничего не надо. Давайте я его еще раз повторю. Так во многих задачах на максимумы и минимумы удается сделать. Если вам дают какую-то конструкцию, можно взять и потихонечку менять ее параметры. И только надо следить, чтобы при этом что-то, в одну и ту же сторону, чтобы величина менялась. В данном случае у меня есть 8 чисел, среднее арифметическое которых равно S. Я беру самое левое и самое правое, наибольшее и наименьшее из этих чисел. И на одно и то же расстояние сдвигаю их друг к другу. Ну, если формально рассказывать, я смотрю, какое из этих расстояний больше, и на меньшее сдвигаю. Тогда одно из чисел станет равно S, и больше уже никогда оно не будет меняться, да, как только оно стало S.
Вот, если оба приблизились на одинаковое состояние фракции, то оба станут равняться. Так вот, я прослежу, что при этом произведение увеличивается. В полученном наборе я опять возьму самое большое, самое маленькое число и опять сдвину до того момента, когда одно из чисел станет равно s, и так далее, и так далее. Рано или поздно все числа станут равны s. В этот момент произведение будет равно s в восьмой степени. И заметьте, что оно все время увеличивалось. Значит, раньше оно было меньше. Если оно стало равно s в восьмой, но при этом все время увеличивалось. Так, проект понятен? Отлично. Заметьте, что каждое из движений в этом моем доказательстве включает в себя только два числа. То есть я должен доказать следующую лемму. Пишем лемма. Если а меньше чем а плюс, этот сдвиг надо как-нибудь обозначить. Ну, давайте его я обозначу буквой. Давайте плюс x, ладно? Меньше, чем a плюс x. Вот, значит, это было число a, сдвинулось, стало a плюс x. Дальше. Было число b, сдвинулось, стало b минус x. Да? Меньше или равно, чем b минус x. А это, в свою очередь, меньше b, то произведение чисел a, b меньше, чем a плюс x умножить на b минус x. Ребята, заметьте, тут нет никаких n чисел. Тут всего лишь два числа а, b и та самая величина, насколько они сдвинулись. Все поняли? Вот. И проверить это неравенство. Кто умеет раскрывать скобки, раскройте скобки. Кто даже это не умеет, нарисуйте картину. Я вообще лишь картинку нарисую, но сначала скобки раскрываю. То есть смотрите, что у меня здесь. У меня здесь а, b плюс xb минус, а, минус ax и минус x квадрат. Так, давайте смотреть. Значит, что у меня получается? AB у меня уничтожается, правильно? AX и x квадрат надо перенести в другую часть. Получается, что мне нужно доказать такое неравенство. AX плюс x квадрат меньше, чем x умножить на b. Ну, господа, вообще-то я могу на x поделить обе части. Получится a плюс x меньше, чем b. А это правда. Потому что действительно здесь у меня написано, что a плюс x меньше, чем b. Вы скажете, что опять у меня какая-то алгебра, что-то непонятное. Будет вам сейчас картинка. Будет вам сейчас картинка, ребята. Смотрите, о чем разговор? О том, что у нас есть прямоугольник со сторонами А, Б. И что мы делаем? Мы добавляем к стороне А некоторый отрезок Х. И ровно такой же отрезок отрезаем от стороны B. Получается новый прямоугольник. Нужно доказать, что у него площадь больше, чем у старого. Ну, слушайте, вообще-то у нас вот эти отрезки, они одинаковые, да? Они X и тот, и тот. Поэтому реально нас просят сравнить вот эту длину и вот эту. Ну, а мы же договорились, что числа сближаются, но так, что то, которое было меньше, все равно
искатели число, которое больше. Так что сравнить эти два теста легко, значит, b минус x у нас больше, чем a плюс x. Вот. На самом деле у этой задачи еще и другое решение. Можно было значение взять понятнее, немножко взять другие значения, тогда было бы еще понятнее. Давайте я расскажу. Вот он приемчик. S стереть, взять середину отрезка между числами A и B. Это будет новое число, например, C его обозначим, да? Итак, C середина отрезка. С середина отрезка АВ. Вот. И смотрите, что тогда будет. В это будет, вот не здесь, а С. В это будет С плюс В. И что такое А умножить на В? Это С минус В умножается на С плюс В. То есть c минус y квадрат. Вы скажете, ну и что? А я отвечу. Числа a плюс x и b минус x это то же самое, только если здесь взять другой отрезок, z. Z это y минус x. Здесь вот тоже z. И смотрите, что будет. Наши вот числа, с которыми мы имеем дело, вот эти самые a плюс x и b минус x. Это у меня будут, соответственно, c минус z и c плюс z. И их произведение a плюс x умножить на b минус x, это будет c минус z на c плюс z, c квадрат минус z квадрат. Осталось сравнить c квадрат минус z квадрат и c квадрат минус y квадрат. Интересно, что же больше? Ответ. Поскольку z меньше, чем y, то понятно, что c квадрат минус y квадрат меньше, чем c квадрат минус z квадрат. Согласны? Значит, ребят, я рассказал три способа доказательства той самой леммы. Значит, вывод какой? Что лемма верна. Если я ее сумел доказать тремя способами. Согласны? Значит, неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом я сумел доказать. И заметьте, вот это доказательство, оно действительно гораздо лучше. Потому что такой прием можно использовать в большом количестве других разных задач. Значит, прием, повторяю, в том, что мы берем самое большое и самое маленькое число и сдвигаем их навстречу друг другу до ситуации, когда одно из них станет равно среднему арифметическому всех наших n чисел. После этого берем из оставшихся самое большое и самое маленькое и так далее, и постепенно все числа становятся у нас равными, и произведение становится равно n степени среднего арифметического, а значит раньше оно было меньше по величине. Хорошо. Сейчас еще один способ доказательства неравенства. Это будет индукция по количеству чисел. Но прежде чем рассказать вам этот способ, давайте я чуть-чуть другим, чуть-чуть переформулирую неравенство среднего. А именно, разрешите, пожалуйста, обозначить вот эту вот букву P. И неравенство записать таким образом. A разделить на P, плюс B разделить на P, плюс C разделить на P, плюс D разделить на P и так далее. Значит, все числа поделить на P. И умножить обе части на 8. Давайте подумаем, что при этом мы знаем вот об этих числах. А знаем мы очень простую вещь, что когда их перемножаешь,
когда их все перемножаешь, получается, господа, внизу p в восьмой степени. А p в восьмой степени – это как раз и есть произведение всех наших чисел. Поэтому у неравенства о среднем арифметическом и среднем геометрическом есть такая переформулировка. Теорема. Если произведение n положительных чисел равно единице, то их сумма не меньше, чем число n. Тут, смотрите, то, что восьмерка никакого значения не имела. То есть, если у нас имеется несколько чисел, и мы знаем, что их произведение это единица, то в таком случае их сумма не может быть меньше, чем n. Разумеется, эту теорему тоже можно было доказывать тем способом, как я только что рассказывал, а именно потихонечку эти числа сближать между собой, да, не меняя при этом их произведения. И там бы тоже все получилось. Но это была бы вариация, причем не очень разумная, потому что там вычисление было чуть-чуть сложнее, но не сильно. Вот на то, что у нас только что с вами было, я это делать не буду. А я дохожу вот эту теорему индукции по числу n. Поехали. Индукция всегда состоит из базы и индукционного перехода. Пишу база. N равно единице. Ну, в общем, дело не хитрое. У нас есть число, которое равно единице. Надо доказать, что оно в таком случае не меньше единицы. Правда? Если число равно единице, то оно не меньше единицы. Вот. Переход. Переход. Пусть для n чисел теорема доказана. Пусть для некоторого конкретного n. Так, вот в этом месте важно, что в русском языке нет определенного и неопределенного артикля, поэтому как-то приходится голосом или словами выделять, что здесь, как бы сказать, не для любого n доказано, а для какого-то n мы доказали, и сейчас докажем для n плюс 1. Докажем для n плюс n. Значит, господа, что у нас с вами есть? У нас есть с вами числа. X1, x2 и так далее, xn. И еще есть xn плюс 1. Мы знаем, что произведение этих чисел равняется единице. Так вот, согласитесь, что если они все равны единице, то теорему доказывать не надо, потому что их n плюс 1 штука, и как раз у них сумма будет равна n плюс 1, все будет хорошо. Значит, среди них должно быть число, отличное от единицы. Не может быть так, что они все меньше единицы, или что они все больше единицы. Согласны? Значит, достаточно разобрать такой случай, что среди них есть какое-то число, которое меньше единицы, и в таком случае обязательно среди них есть какое-то число, которое больше единицы. Согласны? Все, пишем. Не умаляя общности, любимая математическая фраза. Не умаляя общности. Поскольку их можно переставлять между собой, порядок ничего не зависит.
можно считать, что n-ное число меньше единицы, а вот n плюс первое число больше единицы. Значит, повторяю, когда мне дали набор из n чисел, то либо они все равны единице, и тогда все хорошо, и сумма равна n плюс единице, все доказано. Либо же там есть и число меньше единицы, и число больше единицы. Я могу их так переставить, поскольку ни произведение, ни сумма при перестановке не меняются, что n-ное число будет меньше единицы, а n плюс первое число будет больше единицы. И сейчас очень простая штука. Я распишу произведение наших n чисел таким образом. Значит, во-первых, это единица. Во-вторых, это x1 умножить на x2 умножить на xn минус 1 умножить на xn, xn плюс 1 в скобках. Внимание, ребят, я вот это число рассмотрю как одно число. И ровно в этот момент чисел стало n штук. Их произведение по-прежнему равняется единице. Согласны? А это значит, что сумма этих чисел обладает следующим свойством. x1 плюс x2 и так далее, плюс xn минус 1, плюс произведение xn, xn плюс 1 больше или равняется числу n. Вот это по предположению индукции. Для n чисел теорема доказана. Значит, мне нужно суметь каким-то образом доказать эту же мою теорему для случая, как-то из этого неравенства получить неравенство для n. Давайте посмотрим, собственно говоря, что надо добавить к левой части, а что надо отнять, чтобы у меня... Это очень просто. К левой части надо добавить xn, добавить xn плюс 1, вычесть x произведение xn на xn плюс 1. А в правой части надо добавить единицу. Господа, если я докажу такое вот неравенство, итак, пишем, мечта. У каждого своя мечта в жизни. Сейчас присутствующих здесь мечта одна. Доказать, что xn плюс xn плюс 1 минус xn xn плюс 1 больше или равно единице. Если мы это сделаем, то все будет сделано. Понимаете? Сделайте. История. Вот в прошлую субботу, как известно, было действительно в высшей степени важное событие, да, в нашей стране, там митинг, в общем, юбилей действительно чрезвычайно важное. И по этому поводу департамент образования объявил контрольную по русскому языку, да, в школах. Старшеклассники должны были сидеть
Вот, кстати, вас это затронуло или вы еще маленькие? Мы еще маленькие, очень хорошо. Вам повезло, что называется, да? Вот. Так вот, доклад. 1543 школа, где я работаю, ну я много где работаю, в частности там, в этой контрольной участие не принимала. Только ради бога не подумайте, что директор считает, что его первоклассники должны там бежать и свергать Путина, да? Вот. Это, разумеется, дело их родителей, а вовсе не их самих. Нет, меньше всего и мне, и Завельскому хотелось бы, чтобы во всех этих событиях участвовали бы дети, потому что, ну, в общем, лучше, если это будут совершеннолетние, гораздо лучше. А логика была другая. Директор школы прекрасно понимал, что если он нарушит нормальную жизнь школы, то вообще-то, ну, ему там под 90 лет уже, вообще совершенно удивительный человек, замечательный. Вот он понимал, что ничего хорошего не будет. Потому что вообще желательно, чтобы дети учились в нормальном режиме. Вот. И абсолютно ни на какие баррикады он не ходил. Да? Повторяю, человек примерно 90 лет. Он задал тем, кто ему позвонил, и сказал, что вот обязательно все учителя, как один, должны сидеть, там, заниматься русским языком, сейчас все только русским языком, больше никаких проблем в жизни нет. Вот он ответил ему простым вопросом. Пожалуйста, дайте письменный приказ. Да, конечно. Конечно, господа. Это очень важно. Повторяю, когда-то вы станете совершеннолетними, и когда-то вас будут заставлять делать разные бессовестные вещи. Так вот, понимаете, будут ситуации, когда вам, что называется, трудно будет объяснить, почему вы это не хотите, но очень часто ситуация лечится очень простым способом. Пожалуйста, отдайте письменный. В огромном количестве случаев вдруг обнаруживается, что они хотят все делать чужими руками. Понимаете, в этом самом департаменте они, заметьте, там по телевидению объявляли, вот в московских школах проводится контрольная работа. Маленькая проблема. Приказ они по этому поводу не отдали. Поэтому, если потом будет следствие, а там кто сделал и так далее, не найти концов. Нет, это сами директора, сами учителя по собственной инициативе. Преступники всегда любят действовать анонимно. Всегда любят, чтобы сказать, ни в коем случае не написать под подпись. Всегда боятся оставлять письменные, фиксированные следы. Поэтому для жизни, ребята, вот этот вот простой прием старого мудрого человека очень вам пригодится. Не надо, очень часто бывает так, что даже не надо идти ни в какую баррикаду. Достаточно просто сказать, вы хотите, чтобы я что-то сделал? Отлично, напишите приказ. И удивительным образом они сразу сами прикрывают. Нет, 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 да вы что, да мы тут просто так подумали. Да, мы просто пошутили. Ребят, только ради бога, это вовсе не призыв к тому, чтобы вы ходили на митинг. Значит, еще раз, это дело родителей, это, значит, дело взрослых. Я меньше всего хочу, чтобы кто-то из вас пострадал, и еще меньше я хочу, чтобы от ваших рук кто-то пострадал. Дело в том, что вообще-то в таких делах, ребят, в таких делах очень важная штука – это возраст и жизненный опыт. Вам, конечно, многим кажется, что вы все на 100% понимаете, однако, поверьте, пройдет несколько лет, и вдруг вы поймете, что на самом деле все понимали не вполне так. Вот как раз эти ситуации, это те, где нужно, извините, на 100% доверяться родителям. Просто потому, что они старше. Просто потому, что у родителей все-таки сработает такая штука, что ваша жизнь и жизни других людей, это важнее любых идей. Это очень важно, чтобы никто из вас ни в какую горячку никогда не полез, и чтобы вы думали о сохранении, ну,
еще раз, чтобы ни от вас никто не пострадал, ни вы, чтобы... Вот это очень важно. Там, в общем, да. Перенесем единицу в левую часть. Конечно. Да, господин, все правильно говорит. Да. Можно все напишите. Минуса. Минус один. Вы обещали перенести? Больше или равно 0. А теперь заметим, что то же самое можно разложить на множители. А именно, написать следующее. Да. Но так как у нас то, что это правда, проверяется раскрытием скобок. Да-да. Ну, собственно, xn плюс 1 у нас больше единицы. Да. Поэтому эта скобка больше единицы. Да. xn меньше единицы, поэтому эта скобка больше 0. Как? Обе скобки больше 0. Да? xn плюс 1 минус 1 больше 0, и 1 минус xn тоже больше 0. Произведение двух положительных чисел положительных. Договорились или нет? Да. Да. Ну, не знаю, мне кажется, что это доказательство, пожалуй, одно из самых коротких. Не скажу, что оно самое прозрачное. Мне гораздо больше нравится вот это вот с постепенными сдвигами, но в смысле количества вычислений, по-моему, это доказательство, в общем, абсолютно понятно. Или нужны какие-то пояснения? Нет. Индукция, да? Вот это вот индукционный шаг. Если мы вот это неравенство доказали, а мы его доказали, то, собственно, складываем это и это, и у нас все получается, да? Уничтожается вот эта вот штука, там получается, мы писали через это, получается, писали. Хорошо. Теперь... Я должен вам показать некоторый приемчик, в котором неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом может быть еще доказано геометрически. Вот так. Значит, посмотрите. Есть график функции. Y равняется 2 в степени x. Сразу должен сказать, что то, что я сейчас рассказываю, требует на самом деле от вас некоторых познаний по математическому анализу. И на самом деле боюсь, что многие из вас это не поймут. Так вот, значит, есть график. Y равняется 2 в степени x. Оказывается, если на этом графике поставить несколько точек, и у этих точек взять центр тяжести, то центр тяжести будет располагаться над графиком. Центр тяжести будет располагаться где-то вот здесь. И оказывается, что это тоже есть способ доказательства неравенства о среднем арифметическом и среднем геометрическом. Ровно в этот момент я прерву вот этот рассказ, объясняю почему. Требуется знать, как выглядит этот график. А именно, требуется знать, что такое выпуклость вниз. Вы, конечно, скажете, что ну это же понятно, это вот когда так. Ровно в 10 классе, да и то не во всех школах, обычно только в математических, строго объясняется, что такое выпуклая вниз функция. Ну и, соответственно, что-то вверх функция. И тогда
это доказательство становится строгим. Пока я его только наметил, и больше об этом говорить ничего не будет. Лучше, ребята, я до конца доведу вот что. Вы смотрите, мы сейчас обсуждали с вами среднее арифметическое. Однако, мы ничего не говорили с вами про среднее гармоническое n число. И ничего не сказали про среднее квадратичное. Оказывается, что и то сделать довольно просто. Значит, ребят, давайте я напишу неравенство о среднем гармоническом и среднем геометрическом, например, для случая 5 чисел. Значит, как оно выглядит? Единица, деленная на 1 ат плюс 1 бт плюс 1 ct плюс 1 dt плюс 1 x, все это когда разделено на 5, да, должно быть у нас с вами меньше или равно, чем корень пятой степени из а, b, c, d, x. Смотрите, смотрите, что можно сделать. Можно взять и вот весь этот знаменатель поднять сюда. А вот это все опустить туда. У нас получится следующая штука. Единица, деленная на корень пятой степени из а, b, c, d, x, должна быть меньше или равна среднего арифметического числа. Среднего арифметического вот этих вот чисел. Давайте думать, как это неравенство по-другому можно записать. Это очень просто. Корень пятой степени из 1 атрия умножить на 1 бетую, на 1 цетую, на 1 детую, на 1 х. Это в точности то, что у нас написано в левой части. А в правой части написано среднее арифметическое число 1 ат, 1 бт, 1 цт, 1 дт, 1 х. Да, это такое. То есть, если мы все знаем о связи среднего геометрического и среднего арифметического для n чисел, то мы все знаем и о связи среднего гармонического со средним геометрическим. Потому что достаточно ввести новые объекты 1 ат, 1 бт, 1 цт, 1 дт, 1 х. Перейти от чисел к их обратно. Поняла? Отлично. Теперь про среднее квадратичное. Оказывается, это тоже очень легко. Среднее квадратичное, ну давайте тоже для пяти чисел напишу. Тоже для пяти чисел. Значит, А, В, С, Д, наше любимое, Х, среднее арифметическое это будет вот так. Надо доказать меньше или равно, чем корень квадратный, не буду писать, но имеется в виду именно квадратный, из А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат плюс Д квадрат плюс Х квадрат, все это разделить на 5. Значит, господа, давайте я умножу. Возведу квадратные части, получится так. А, Б, С, Д, Х, деленное на 5 в квадрате, меньше или равно, чем А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат плюс Д квадрат плюс Х квадрат разделить на 5. Сейчас я объясню. На самом деле, это тоже большая тема для разговора. Можно это неравенство разными способами доказывать, разными способами обобщать. Вообще, неравенство – это очень богатая тема. Целые книжки есть посвященные вот этой возьме. Там есть много очень интересных, симпатичных наблюдений, самые-самые-самые разные. Вот, я вам только сегодня, что-то только самое начало этой науки рассказываю. Так вот. Ребят, давайте-ка я перед тем...
системы, как доказывать это неравенство алгебраически, давайте я его нарисую. Как только я его нарисую, станет понятно, что доказывать-то особо нечего. Хотя я потом для тех, кто не любит геометрию, все равно все закажу выключить. То есть каким образом выглядит параметр? Вот он график. Y равняется x квадрат. Давайте попытаемся изобразить и левую, и правую часть. Для этого надо просто отметить числа А, В, С, Д, Х. Кстати, никто не говорил, что они обязательно идут в порядке возрастания. Ну, не важно. Как? Вот эти вот вертикальные отрезки, это в точности и есть. Вот этот отрезок, это x квадрат. Вот этот вертикальный отрезок, это а в квадрате. Ну и так далее. Так вот, давайте рассмотрим следующие точки. 5 точек. Если честно, это практически то же самое, что я там наметил про 2 в степени x графика. Только для параболы это понятнее, хотя, строго говоря, в 8-9 классе даже для параболы вы доказательства эти не особо знаете. Это все-таки старший класс обычно проходит. Так вот, пишем. Рассмотрим точки. Рассмотрим точки со следующими координатами. А и А в квадрате. Б и Б в квадрате. Вы понимаете. С и С в квадрате. Д и Д в квадрате. И, наконец, Х и Х в квадрате. Хорошо. Это 5 точек, расположенных на параболе. У этих 5 точек можно взять центр тяжести. Центр тяжести – это вот что такое? Точка, у которой абсцисса – это средняя арифметическая абсцисса, а ордината – это средняя арифметическая ордината. Значит, точка эта будет лежать где-то внутри вот этого вот пятиугольника. Я не знаю где. Вот он, центр тяжести. Центр тяжести. Иногда говорят центр массы. Это то же самое. Ну, потом, когда-нибудь мы это с вами обсудим, вообще в физике и математике тоже, центр тяжести вводят не только обязательно, когда все массы равны. Вот если все массы равны, то центр тяжести это то же самое, что средняя арифметическая. Надо взять абсцисс и средняя арифметическая ордината. Так вот, ребят, смотрите. Центр тяжести лежит над параболой. Потому что парабола выпукла вниз. Вот в этот момент я пользуюсь фактом, который восьмикласснику и девятикласснику неизвестен. Но, тем не менее, интуитивно это вполне понятно, правда? Что парабола – это выпуклая вниз штука. Вот, а сейчас давайте запишем, что она лежит над. Что это значит? А это значит очень простую вещь. Это значит, что вот здесь вот где-то расположена абсцисса центра тяжести. Абсцисса центра тяжести – это как раз и есть средняя арифметическая. Ребята, пожалуйста, запишите вот это. Абсцисса центра тяжести. Если вы абсциссу центра тяжести возводите в квадрат, то вы получаете вот этот отрезок от абсциссы и до параболы. А ордината центра тяжести больше, чем этот отрезок. И ордината центра тяжести – это как раз и есть вот это. Ордината того же самого центра тяжести. Значит, и то, что центр тяжести лежит над параболой, это как раз и есть вот эта неравенство. Значит, господа, а можно? Что? А
А именно абсцисс это именно в квадрате? Не, вы что? Абсцисс это среднее арифметическое. А абсцисса в квадрате вот этот отрезок. Абсцисса это вот расстояние от нуля до центра тяжести абсцисса. Хорошо. Откуда я повторяю, боюсь, что почти никто из присутствующих меня не понял. Потому что здесь вот надо рабочие функции понимать, да? Поэтому давайте я сделаю простую вещь. Давайте я вот это неравенство без всяких там выпуклостей, без всякой геометрии докажу самым понятным для любого недвоечника способом. Значит, что должен сделать недвоечник, когда получает, ну, во-первых, когда получает такое неравенство? Понятно, что он должен, во-первых, умножить обе части на 25. Получится такая штука, чтобы проверить было, что сумма в квадрате не больше, чем убедеренная сумма квадрата. Да? Вот. А после этого он просто раскрывает скобки и говорит, что все хорошо. Почему? Потому что, когда вы раскрываете скобки, то у вас в левой части возникают квадраты, 5 штук, это кажется замечательно, уничтожится, и возникают удвоенные произведения. Давайте это аккуратно напишем. А квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат плюс d квадрат плюс x квадрат плюс 2ab плюс 2ac. Надеюсь, все понимают, как вот это квадрат вести, да? 2ad плюс 2ax. Так, 2bc, 2bd, 2bx, 2cd. 2cx и, наконец, 2dx. Кстати, заметьте, что это не так уж и страшно, да? Вот. А теперь смотрите, что я сделаю. Я скажу, что вот это не больше, чем а квадрат плюс b квадрат. Это не больше, чем а квадрат плюс c квадрат. Каждая из таких штук я оценю по самому понятному школьному неравенству. 2аб меньше или равно, чем а в квадрате плюс b в квадрате. Как только я так сделаю, у меня как раз и получится 5а квадрат. Да? Давайте объясню, почему. Потому что а квадрат возникает вот здесь. Также один раз а квадрат возникнет здесь, один раз здесь, один раз здесь и один раз здесь. Всего как раз 5 раз. 5 раз. И ровно такая же ситуация будет с числом b. Один раз будет b квадрат здесь, потом здесь один раз, здесь, здесь и здесь. И действительно все получится. Ну и понятно, что это не только для пятерки, а и в общем случае также. Вы можете сказать, то вот мы рассмотрели среднеарифметическое, среднеарифметическое. Вы можете меня спросить, а еще есть какие-то неравенства слоев? Можете. Оказывается, что прямым обобщением неравенств по средним являются так называемые неравенства Мюллера. Давайте я сейчас покажу вам, что такое неравенство Мюллера в каком-то, ну, не очень сложном примере, а в общем случае, извините, я все-таки не буду, когда мы достали 5 минут, не буду это вам рассказывать, хотя и не сложно, если у меня будет еще минут 15, я буду вам это вам все рассказать. Значит, посмотрите, давайте я сейчас для трех букв это расскажу. Для букв А, В, С. Чтобы понять,
что такое неравенство Мюнхена, надо, кстати, ровно такое же есть и для четырех букв, и для пяти, и для любого количества. Надо не полениться рассмотреть всевозможные перестановки этих букв. B, A, C, B, C, A, C, A, B и C, B, A. Для трех букв существует в точности шесть перестановок. Теперь давайте я объясню, что такое диаграмма. И как при помощи диаграммы получать неравенство? Значит так, возьму что-нибудь такое. Две клеточки здесь, одна клеточка здесь и ноль клеточек здесь. То есть воспринимается это следующим образом. 2, 1, 0. Так, на всякий случай. Если бы у меня была диаграмма из другого количества клеточек, давайте я объясню, как бы она тогда воспринималась. Представьте себе, диаграмма такая воспринималась бы у меня так, как это 5, здесь 4, здесь 2. Поняли идею? Отлично. А сейчас нужно всеми способами подписывать вот эти буквы, и каждый раз возводить А вот в эту степень, первую букву возводить в эту степень, вторую букву в эту степень, а третью букву в эту степень. Давайте конкретно покажу для этой диаграммы и для этой. Значит, это будет так. А квадрат В, С нулевой считается единица, плюс А квадрат С, плюс В квадрат А, плюс В квадрат С, плюс С квадрат А, плюс С квадрат В. Поняли, что это за выражение? Отлично. Ребят, а вот теперь, к сожалению, я немножко вас обманул. Потому что мне потребуется не только эта диаграмма, но еще три. Одна из них такая. 3, 0, 0. А другая диаграмма такая. 1, 1, 1. Для этой диаграммы у нас будет так. А в кубе плюс А в кубе плюс Б в кубе плюс Б в кубе плюс С в кубе плюс С в кубе. Для этой диаграммы будет, извините, АВС плюс АВС плюс АВС плюс АВС и будет 6 АВС. А теперь неравенство, которое называется неравенство Мюнхена. Если сбрасываешь один камешек на следующий уровень вниз, то выражение уменьшается. То есть, вот это выражение самое большое, это выражение поменьше, а вот это выражение еще меньше. Давайте это так и напишем. Значит, смотрите. 2 умножить на А в кубе плюс Б в кубе плюс С в кубе больше или равно, ну если все А, Б, С равны, то все эти выражения равны. Больше или равно вот это. Больше или равно, чем А квадрат Б плюс А квадрат С плюс Б квадрат А плюс Б квадрат С плюс С квадрат А плюс С квадрат Б. А это, в свою очередь, больше или равно, чем 6 А, Б, С. Вы скажете, какое это имеет отношение к неравенству среднематематического и среднематематического. Это самое прямое. Посмотрите, пожалуйста, на самое левое или самое правое выражение. Поделите на 2, а лучше на 6. И получите, что А в кубе плюс Б в кубе плюс С в кубе, деленное на 3, больше или равно, чем А, Б, С. А в кубе, Б в кубе, С в кубе, обозначьте числами x, y, z, и получится, что x плюс y плюс z делить на 3 больше или равно, чем кубический корень из x, y, z. То есть такой. Таким образом. Нет, секунду, если уже знаете разницу, это несложная штука проверить, что происходит. Дело в том, что перебрасывание одного камешка можно легко написать неравенство. Вот. Но чем замечательный неравенственный выбор? Тем, что между средним арифметическим и средним геометрическим возникает вот эта вот промежуточная штука. Если будет у вас n
чисел, то тогда смотрите, для среднего геометрического у вас будет полоска из n клеточек 1, 1, 1, 1, а для среднего арифметического у вас будет столбик из n клеток и все остальные нули. А вот сбрасывать можно разными способами. Для тройки, собственно, особо не придумаешь. А вот если этих квадратиков n большое, то можно все-таки разными способами. И поэтому удается придумать разные способы в таком направлении, удается придумать разные способы усиления неравенства среднематематического и среднегеометрического. Черт повторяю. Наука это совершенно огромная, но сегодня, по крайней мере, мы его доказали.